За 2,5 часа общения представители СМИ задали Михаилу Бабичу около 40 вопросов на самые разные темы. Совершенствование межнациональных и межконфессиональных отношений, социально-экономическое развитие регионов округа, реализация задач по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Отвечая на вопрос о террористических угрозах в связи с обстановкой в мире, Михаил Бабич отметил, что в ПФО налажено необходимое взаимодействие между всеми органами власти и силовыми структурами для эффективной борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма. Как результат, в текущем году на территории округа не допущено совершения терактов. В завершении встречи полпредпрезидента поблагодарил главных редакторов за совместную работу.